То есть мы под... Это мой брат. Это мой родной брат. А я вот от сижу. Ну, родной брат. Он на 5 лет моложе. Он священник. Это у нас, вот видите, как одеваются люди. Иногда даже посмотрят, и вот это я сижу здесь на скамейке. Мы показываем, каким образом можно жить для Бога. Нельзя жить только дай. Нужно учиться давать. Для Бога. Вот мы никогда друг друга не знали. Первый раз увидели. Это у нас уже в памяти будет. Мы Бога за сегодняшний день будем благодарить. Что библиотека была открыта, что вы нас приняли. И все по-божески.